Налоги от арендаторов торгового центра «Мега» начнут поступать в казну городского округа. Это решение администрации «Химок» и местной налоговой инспекции. Данный торговый центр работает на территории округа более 10 лет. Услуги предоставляют порядка 300 различных магазинов и точек общепита. Задача властей – помогать развивать бизнес и своевременно информировать их об изменениях в законодательстве. Так, ближайшее нововведение ждет арендаторов уже 1 февраля 2017 года. Оно коснется кассовых аппаратов. Вся информация о наличных расчетах будет поступать в налоговую инспекцию в режиме реального времени. Нам будет очень важно, чтобы представители налоговой инспекции напрямую транслировали эту информацию нашим арендаторам, потому что существует очень-очень много деталей, которые важно уяснить. Пилотный проект запустят уже совсем скоро. Его задумка в том, чтобы все арендаторы торговых центров, расположенных на территории округа, платили налоги в бюджет «Химок». Это позволит улучшить экономику городского округа.